Ноп. Потому что без этого серия начаться не может. Всем привет, дорогие друзья, это Сова, и мы продолжаем с вами загаживать местную флору, фауну и всякое такое прочее. В этой серии... Простите. В этой серии мы будем кашлять, и помимо того, что мы будем кашлять, будем еще переделывать две станции. Я долго думал, куда же все-таки их запихнуть. И вот этот вот аппендикс, который я хотел переместить сначала, все-таки он как-то мне не кажется теперь удачным решением. Не знаю, на самом деле, какое решение здесь будет удачным, и будет ли здесь вообще удачное решение. Поэтому мы сейчас, знаете, что сделаем? У нас здесь есть определенное количество места, вот тут, которое, в принципе, использоваться не будет. Если меня отсюда не зафонит радиацией, хотя, по идее, не должно, потому что здесь все-таки очень высоко, то я, наверное, эти две станции расположу вот здесь вот одна к одной. А через вот это вот место мы прокинем сюда конвейер вот оттуда, через вонючку, по которому у нас будут подаваться ресурсы. Вот такой вот у нас охренительный план получился. Пока нам надо израсходовать весь цемент. А помимо израсходования всего цемента, нам надо будет, знаете, что сделать? Нам надо будет разобрать вот это вот. Вот это вот. Потому что оно мне здесь не нужно. Оно мне здесь, в принципе, не нужно вообще. Но, как минимум, мне не нужна вот эта вот часть. Так, сейчас мы ее уберем отсюда. Во. Так, это мы потом доразберем. Потом доразберем. А пока мы это не доразобрали, я вот думаю, чем бы мне делать... Прозрачный или непрозрачный мне здесь ставить фундаменты. Вот что я думаю. Наверное, непрозрачные. Мне кажется, что прозрачные здесь не нужны. Тем более, что мы, скорее всего, будем приделывать там какую-то надстройку. Вот здесь у нас есть блок с 5 прозрачных, он пусть идет. А дальше пусть будут непрозрачные. И нам нужен блок еще... Сколько у нас здесь? Раз, два... Здесь у нас 5, а здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, здесь у нас 7. Но 7 мне, в принципе, не нужно. Так, по-хорошему. Ну да ладно. Давайте. Так. 3, 4, 5, 6, 7. Давайте вот так сделаем. Вот это вещь. Так. Это мы сделали. Хорошо. Ну, наверное, не сделали, но сейчас сделаем. Так. Этот участочек у нас готов. Этот участочек у нас тоже готов. Наверное, мы через него как раз и сделаем разворот. Так, здесь нам нужен участочек еще на 4 фундамента. Так, на 4 фундамента. Значит, уводим куда-нибудь вдаль это вот это вот все. И делаем на 4 фундамента стекляшечку. Так, лети в свою страну оленью. Так, улетел. Отлично. Теперь мы можем поставить сюда. Нам нужно поставить две станции. Сюда. В одной. Так, мне, скорее всего, ресурс просто не хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, две станции по десюнчику. Нам надо сюда впихнуть. В принципе, они сюда, в общем-то, и в длину влезут. Так, если подумать. 20 блоков, а сбоку тогда мы можем поставить какие-нибудь еще станции, например. Да? Я думаю, что да. Я думаю, что мы можем так сделать. Так, ладно, давайте тогда... давайте поставим одну. А вторую тогда подумаем. Где нам ее ставить? Здесь нам ее ставить или где-то в другом месте. Так, станция, да, должна... А, подожди, не хватает компуктеров. Так, за компуктерами надо сходить. Компуктеры у нас тут имеются в распоряжении. Давайте мы сразу удалим это и вот это удалим. Все, у нас... Инвентарь, да, хватил инвентарь. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, берем и ставим здесь станцию. Вот она, станция. Пока не знаю, как она будет называться, потому что я не помню, что там переводится. Так, загружать мы будем откуда? Ну, с той стороны. Однозначно будем загружать с той стороны. Однозначно? Однозначно. Так. Раз, два... 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 и 10. Ну, в общем и целом, еще одна станция-то, наверное, здесь на десяточку-то войдет. Ну, давайте поставим еще одну станцию на десяточку. Так. Раз. Раз. Так. Раз. Теперь нам надо доделать. Теперь нам надо доделать. Вроде как я доделал, да? Раз, два, четыре. Так, по-моему, я не доделал до конца, да, там дырка осталась. Ладно, это мы сейчас доделаем. А здесь тогда... Здесь вообще надо далеко и на... Сколько там? Сейчас. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, доделаем. Так, доделаем такой кусок. Что потом с ним делать, мы еще подумаем. А пока нам надо скопировать платформу. Так, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Не хватило кабеля. Так, нам надо, короче, еще 9 платформ. Эх, господи, 2 платформы еще. На девяточку у нас не хватило. Так, значит, нам надо сходить и забрать. Так, во-первых, у меня цемент тоже подходит к концу. Простите, у меня подходит к концу не только цемент, но еще и ленты. Ленты у меня тоже подходит к концу. С ними надо тоже что-то делать, с этими лентами. Надо еще как-то вот эту вот штуку будет переделать потом. Так, ладно, короче, запомним, что надо поставить еще 2 таких фигни. Здесь нам надо будет доделать тогда до конца сразу. Так, я даже одну лишнюю поставил. Здесь мы будем, если что, смотреть на слизняка стоять. Так. И еще всякого. Так, давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Мы себе очистим список и поставим. То есть мы хотим, ну, помимо того, что нам не нужен дюралюминий, мне нужен еще, я тут дверь движения-то, ну, допустим, много станций и много грузовых платформ. Чтоб я не забыл сразу на них всякого взять. Так, мне еще нужен будет цемент. А медный лист и вот эти вот пруты, наверное, мне надо будет скинуть. Железных, кстати говоря, тоже мне не хватает ни хрена. Да, как-то так надо будет сделать. Так, ладно, это мы сейчас сделаем тогда. Ну и раз мы все равно туда идем, надо будет, наверное, вот это вот распотрошить. Да, побольше можно это распотрошить? Так, это можно распотрошить. Хорошо, и раз уж мы все равно идем, где-то здесь внизу должна быть еще одна такая фигня, которую нам надо тоже распотрошить. Раз уж нам один фиг спускаться. Спускаться нам надо, значит, мы будем потрошить эту вещь. Так. Пум-пум-пум-пум. Так, сейчас мы ее разберем. За ненадобностью. То есть, зачем она нам нужна? Она нам не нужна. Так, все, это мы разобрали. Отлично. И это мы разобрали. Ну-ка, сейчас пойдем посмотрим, как у нас смотрится эта фигня. Но мы под ней еще будем делать производственные модули, поэтому, наверное, будем. Поэтому должно смотреться нормально. Но, может быть, не будем. Это еще пока обсуждается. Возможно, вот эту вот стеклянную штуку я и оставлю. Ну, не знаю, ладно, посмотрим. Пойдем возьмем тяжелых каркасов, возьмем еще себе бетона хренову кучу. Кабель, а все остальное, наверное, выгрузим. А куда можем это все остальное выгрузить, кстати говоря? Может быть, нам пока где-нибудь вот здесь вот поставить сундучок какой-нибудь. Так, где у нас тут организация? Так, поставить здесь сундучок, да выгрузить туда, например, все вот эти вот пруты. Там парочку с собой взять. Что нам еще надо будет? Вот эти вот штуки для труб. Так,
Каркасы мне, ну, не нужны. Роторы, наверное, пригодятся. Но тоже потом. Просто, чтобы не таскать с собой кучу всякого ненужного. Так, да и пластик нам в таком виде не нужен. Мы чуть-чуть с собой возьмем. Этого нам хватит на полный стак цемента и прочие другие вещи тогда. Погнали. Так, вот и при помощи волшебной магической склеечки, монтажной, естественно, мы с вами тут же переносимся уже поближе к делу. Намного поближе к делу. Я взял себе кучу всякого разного, что позволит нам, особо никуда не уходя, сейчас заняться перестройкой всего вот этого. Можно было, конечно, забрать ресурсы откуда-нибудь еще, но зачем? Зачем, когда можно этого не делать? Единственное, знаете, что проблема будет? Вот у этой штуки, она и совсем далека будет выглядеть просто как белая плашка. То есть пока мы к ней не подойдем, и с этим особо ничего не сделать из-за настроек детализации. Ну ладно, посмотрим. Может быть, когда-нибудь компьютерная техника и графика догонит, соответственно, этот завод, и мы тогда сможем насладиться в полной мере. Ну, так довольно монументально, конечно, отсюда это все выглядит. В масштабах окна. Плюс мы там потом еще... Вообще у меня была мысль, если мне хватит только пикселей, по-моему, должно хватить. То есть вот здесь вот достаточно. Я хочу здесь написать нуклеар, ну то есть типа ядерка. Но это пока дело грядущего будущего. Пока у нас надо доделать, короче, из первоочередных вещей. Так, давайте доделывать. Давайте доделывать. Нам надо было доставить еще две дребедения. Сейчас мы, собственно, пойдем и доставим их. Пойдем поставим две дребедения. У нас получилось, ну, такое неплохое полотно. Из станции. Главное потом грамотно перестроить все. И чтобы грамотно все перестроить, нам надо будет убедиться, что сверху нет поездов. Так, значит, сюда надо будет доставить две грузовых платформы. Так, направлены туда. Раз грузовая платформа и два грузовая платформа. Все, сюда больше мы ничего запихнуть не сможем. Так, эту хрень мы присоединили. Все, это у нас штука работает. Так, эта штука работает. Здесь не сам... Я, знаете, что думаю? Наверное, мы вот эти вот углы, где у нас поворот, чтобы они так уродски не выглядели, мы, наверное, будем их... закрывать и декорировать. Я пока еще, правда, не придумал, как конкретно. Но, скорее всего, именно так мы будем поступать с этими углами. Так, а теперь давайте займемся подключением сюда. Подключением сюда. Значит, ради чего все это затевалось? Нам надо перенести несколько этих самых. Несколько этих самых, которые вон они. Значит, у нас там идет, я не помню что. По-моему, боксит, что ли. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там у нас идет. Да, здесь у нас идут бокситы. Здесь у нас идут бокситы. Почему-то, кстати говоря, почему-то они не идут. Так, почему они не идут? А, ну потому что они просто тупо израсходовались. Так, понятно. Значит, как вот это называется? Давайте смотреть. Эта станция у нас называется Бокситы-1. Так, Бокситы-1. Бокситы-1. Так, Бокситы-1, Бокситы... Хорошо, ладно, Бокситы-1, так Бокситы-1. Значит, нам надо теперь пойти в станцию... Где у нас вообще станция? Так, станция у нас вот она. Так, вот у нас станция. Она у нас будет называться теперь... Да елки-палки. Так, она будет называться Бокситы-1 Нью. Так-то она будет называться. Так, теперь дальше. Нам надо найти в расписании... Так, вот электровоз на Бокситы-1. Так... Нет питания. Понятно, дело, что нет питания. Так, следующая остановка у тебя будет не Бокситы-1, а Бокситы-1 Нью.
С боксита база. Так, теперь мы... Так, подожди, где ты, кстати, есть? Мы тебя переименуем сейчас. Ты у нас будешь... Так. Боксита ВОЗ. Номер... Это не номер. Блин, ни хрена не видно из-за этого. Ладно, будешь боксита ВОЗ слэш 1. Так, боксита ВОЗ слэш 1 у нас вычленено отсюда. А, ну, в принципе, других поездов здесь быть не должно. Должен быть всего лишь один. Так, сейчас мы посмотрим, конечно. Так, это у нас перевозка. Это северный трубный терминал, кремнозем, резонаторы. Ну, по идее, да. Так, бокситовоз номер один. Есть такой бокситовоз. А бокситовоз номер два у нас, походу, вообще отсутствует. Судя по всему. Есть у меня такое подозрение. Да. Ну, ладно, хорошо. Это, допустим, у нас готово. Так, что у нас с этим? Здесь загрузка, все правильно. Бокситы, загрузка. Теперь нам надо... Теперь нам надо проложить здесь где-нибудь. Так, вот на чем вопрос? Буду ли я делать здесь еще одни станции загрузки? Скорее всего, буду. Но если буду, то я буду делать их вот сюда, вот в бок, где у нас фонтан. Так что где-то примерно вот тут. Так, где-то примерно вот тут мы можем тогда протянуть такую штуку. Так, сейчас мы протянем здесь такую штуку. Причем надо как-то так сделать, чтобы это еще не по-уродски выглядело и могло подключаться. Так, ну давайте прикинем, как это может выглядеть. Так, во-первых, я бы хотел взять... Так, а где у меня тут? Сейчас, погодите, у меня тут есть... На, вот у меня тут есть настройки. Так, я бы хотел построить... А я еще и такие штуки могу массово строить, что ли? Ух, ни хрена. А вот это, кстати, очень круто. Это значит, я могу и колонны вверх пихать. О, это вообще огонь. Так, поставим здесь такую хрень. И поставим здесь такую хрень, например. На них сверху поднацепим по одной такой штуке. И там дальше сделаем вот так. Там дальше сделаем вот так. По центру между ними. Так, я же на них строить-то не могу, наверное, да? Не могу или могу? А, я могу к ним цеплять. Ну что, так, это вообще замечательно. Так, если я могу к ним цеплять. Но только мне нужен, наверное, все-таки стеклянный здесь. Хотя выглядит это, конечно, немножко странновато. Может быть. Хотя, может, и нормально. Так, ну-ка. Сейчас мы подумаем, как это можно сделать. Так, как это можно сделать? Чтобы это нормально смотрелось. Чтобы это нормально смотрелось, можно сделать вот так. То есть вот эту двойную мы удаляем. Здесь у нас получается такая штука, которую мы типа держим как опору. По ней у нас пойдет ряд... Сейчас мы тут сделаем себе. Значит... Мы подцепляем... А, блин, низковато я взял. Так, я взял низковато. Низковато я взял, мне надо сделать еще выше. Так, сейчас мы возьмем. Или даже, может быть, это обратно пойти. Так, сейчас мы давайте сначала, чтобы несколько раз не делать. Давайте сделаем вообще вот такую вот. А то что-то какая-то жиденькая у нас конструкция получилась. Давайте сделаем, чтобы прям конструкция получилась как надо. Так... Вот прям, да, туда ее зацепим сейчас. Туда, блин, еще хрен долетишь, кстати говоря. Так, тогда она по высоте, наверное, даже выше, чем эта штука. Так, теперь давайте посмотрим. Да, теперь она протягивается через нее полностью. Берем ее вот так вот в три блока. Берем ее в три блока, так. И идем куда-то вот туда. Только меня, скорее всего, сейчас будет бить. Я так думаю. Здесь меня будет бить. Проложиться здесь просто так я не смогу.
Ну, строго говоря, и похер, потому что мне туда ходить не надо. Мне надо просто проложить. Мы будем использовать муравейники, пусть они как бы будут. Говно вопрос. Мы будем использовать тут муравейную дребедень для наших гадких целей. Теперь мне надо будет сходить и завести туда. Сейчас мы подумаем, как это сделать конкретно. Мне даже, кстати говоря, здесь не бьет. Так, а здесь у нас кварцуха. Кстати, надо посмотреть, как называется станция сразу. Наверное, кварц 1, я так думаю. Сейчас мы пойдем глянем, как она называется. Так, ладно, мы глянем чуть попозже. Пока у нас автосохранение, пойдем окинем взором. Блин, ну вот с прозрачностью проблема. Если немножко допилить прозрачность, то должно быть вообще огнище. Но прозрачность, наверное, зависит исключительно... Надо тогда будет разбавить. Вот это вот, где у нас сверху идет куча прозрачного стекла, надо будет его разбавить чем-нибудь. Я пока не знаю конкретно чем, но я еще придумаю. Вот это внизу нормально смотрится для записи, что это ядерка, нам здесь всего хватит. Так, теперь давайте пойдем посмотрим, что у нас со станцией. Станция у нас называется, ну да, Кремний-1, она так и называется. Как я, собственно, и думал. Хорошо. Кремний-1, ты Кремний-1. Значит, этот Кремний-1 нам надо будет отсюда немножко перепадать. Так, вот это вот мне вообще все не нужно, получается. Значит, все, что здесь есть, я могу снести. И останется, блин, у меня одинокий труп тогда здесь проложенный. Да, то есть у меня реально будут идти одинокие трубы где-то вот здесь вот в степях. Ну, такой себе, конечно, да. Ну, в принципе, а чё? Вот у нас эта штука соединяется, и потом уходит... Там, кстати, лежит какой-то ящик. И потом уходит, уходит, уходит. Мне надо вот это дотянуть вот до сюда. Так, всё. Ну, давайте дотянем, а чё не дотянуть, в принципе. Так, муравейник здесь конкретно меня не бьет. Ну и замечательно. Раз он меня здесь не бьет, это очень превосходно. Так, значит, нам надо... Вот это вот всего мы избавимся позже. А пока мне просто нужно поставить... Так, где она у нас есть? Так, пока мне нужно поставить... Это у нас логистика. Так, ща мы тут себе наделаем всякого разного. Так, вот здесь прям строго по центру. Давайте, ладно, развернемся. Вот здесь вот строго по центру. А хотя, погодите, зачем? Зачем нам делать так? Если уж мы делаем красиво, давайте делать красиво. Так, значит, мы сделаем... Так, где он тут есть? Ну, такую вот конвейерную стену, которую можно покрасить. От нее мы сейчас сразу запитаем ленту. Вот в эту сторону. Чтобы обозначить направление движения. Так. Отсюда тогда вниз мы можем забахать такую вот фигню. И даже как-то... Сейчас я подумаю, что сделать можно. Знаете, что можно сделать? Я еще не использовал такие вот каркасные фундаменты. Сейчас использую. Так, надо их только развернуть. Во. Сейчас мы тут забахаем металлоконструкцию, короче, целую. Вот, вот на таких металлоконструкциях у нас здесь будет находиться эта штука. Так, металлоконструкции, по-моему... Нормально смотрится металлоконструкция, я бы даже сказал. Я бы даже не побоялся этого слова, сказал, что они смотрятся хорошо. Мы можем даже эти металлоконструкции прям прохреначить до самого конца, и это у нас будет типа такая балка, на которой все это будет крепиться. Слушайте, а может нам тогда... Слушай, реально красивый мостик-то получается.
Нам тогда имеет смысл, наверное, колонны прихреначить вот к ней. Не к стеклянной фигне, а под стеклянной фигней сделать вот это, и к ней уже прифигачка точно. Мы так и сделаем. Так, решено. Решено без возврата. Я покину родные края. Так, давайте мы забахаем. Блин, не забахаешь тут ничего еще. Тварь дрожащая. О, нормально. Так, пынь-пынь-пынь-пынь-пынь-пынь-пынь-пынь-пынь. Так, потом лишнее удалим. Вот такой вот у нас получился спуск. Можно было бы, конечно, его закрыть, но я хочу, чтобы он был открыт. А то будут все говорить, что-то надо было закрыть. Можно было закрыть, конечно, но не хочется. Хочется, чтобы вот эта часть пока была открытая. Может, я потом передумаю, не знаю. Все-таки вот эти вот вещи, которые, из которых что-то добывается, я хочу, чтобы они сохранили часть дебилизма вот это вот. Оу. Вот это надо удалить, а это надо взять. Так, это надо удалить, это надо взять, это надо удалить, и вот это... Ёб твою мать, как ты меня напугал, так. Господи, у меня наушники выключены на погромче чуть-чуть, и тут ты начинаешь говорить. Так, я знаю это все, что ж ты меня так пугаешь-то, господи. Добавили обучалку, теперь она меня страшит постоянно. Так. Хорошо. Вот у нас есть такой ресурс. Не-не-не-не-не, не надо меня туда выкидывать. Не надо меня туда выкидывать. При всем уважении. Так, вот эту ерунду мы сейчас заделаем в глухую стену. Только это не глухая стена, это конвейер. В глухую стену. Так вот мы ее заделаем. Так. Заделаем ее в глухую стену. Значит, здесь... Так, стоять. Так, значит, здесь мы проложим вот эту вот ленту дальше прямо. Так, пусть она у нас дальше здесь спокойно едет. Так, прекрасно. А здесь тогда мы возьмем наше любимое... Где оно тут есть? Наше любимое бронированное окошечко, которое охрененно выглядит. Вообще огонь просто так. И забахаем его... Не так. Еще раз возьмем бронированное окошечко. Так. И забахаем его... Главное правильную кнопку зажать. Во, вот туда. Так, на 54 фундамента забахаем с одной стороны... На 54 фундамента забахаем другой стороны. Так, ну а сверху дополнительно закроем еще вот так. Если нам потребуется потом что-то еще проложить здесь, у нас будет уже будет все хорошо. Все ровненько, я бы даже сказал. Так, только я ничего отсюда не вижу, куда я могу прокладываться. Так, ну-ка давайте-ка. Угу, так, надо проложиться и в три... Вровень. Так, и туда ты прокладываешься, друг. Так, о, теперь нормально. Так, и докладываем его куда-нибудь туда. Все, это у нас конвейерная лента готова. Так, эта штука у нас готова. Зеленая вонь нам вроде как не страшна. Так, конструкция у нас здесь есть. Так, теперь мне нужна с другой стороны такая же фиговина. Так, такая же фиговина мне нужна с другой стороны. Так, она у нас не дублируется. Ну, не дублируется, не дублируется, ладно. Ну, тогда я просто вот так руками поставим. Так, даже еще одну можно поставить. О! Так, это у нас специализированный мостик для перевозки конвейерной ленты. Надо, кстати говоря, заскринить. Прям... Неплохой видочек получился. Вот так вот сейчас делаем. Пум. Так, эти металлоконструкции, значит, мы будем дальше активно использовать, потому что они прикольные. Так. Теперь нам надо вытащить сюда эту ленту. Ну ладно тебе, ладно. Хорош. Блин, я что-то не то скопировал. Прям он тыкает меня сразу. Ну хорош, хорош. Убьет же сейчас. Гадина такая.
Так, вот мы приковыряли. Так, приковыряли, приковыряли. Так, надо приковырять. Куда нам надо ее приковырять? Давайте смотреть. Так, вывод у нас готов. Вывод у нас готов. Так, конвейерная лента у нас ровная, вроде как ровная. Так, идем тогда дальше. Так, теперь еще раз. Значит, это у нас станция готова. Станция у нас не готова. Вот она, станция 55. Значит, станция 55 у нас будет кремний 1 нью. Теперь нам надо будет найти в расписании что-то связанное с кремнием. А вот он и кремний 1. Так, и вместо кремния 1 ты у нас будешь ездить на кремний 1 нью. Потом на кремний базу. Так, больше с кремнием вроде как здесь у нас ничего нет. Сейчас мы посмотрим. Должна быть либо кремнебаза, либо кремний. Слушайте, по-моему, все мои поезда, которые ездили куда-то далеко, превратились в тыкву, потому что... Да, надо, короче, будет с этим что-то делать. Есть определенно какая-то жопа. Жопа какая-то определенно. Так, нам надо будет подать вот сюда. Сюда, вот сюда. Да, вот сюда нам надо будет подать эту конвейерную ленту. Так, ну как нам ее сюда подать, чтобы это было красиво? Да, в принципе, так нормально будет смотреться. Надо только туда долететь теперь. Так будет смотреться нормально. Единственное, что не совсем она ровно, да, у нас. Ну да, она не совсем ровно. Она вообще не совсем ровно. Так, вот так вроде как ровно. Хорошо, нам надо ее расположить строго по центру. Так, расположить строго. Ладно, расположили ее строго по центру. Теперь надо их соединить друг с другом. Так, у меня такое ощущение, что что-то где-то кривит. Ну, кстати, вот эта штука и кривит, по-моему. Так, ладно, давайте тогда от того, что ровно 100%. Значит, сначала мы подключим вот так. Да, я ее неровно расположу. Блин, я никогда не научусь их располагать ровно. Так, вот так. Попытка номер два. Так, вот теперь у нас эта лента сюда приехала. Так, лента сюда приехала с нужными нам ресурсами. Хорошо, идем дальше тогда. И отсюда же, вот отсюда же, мы протащим вот туда штуку. А чтобы протащить туда штуку вот оттуда, нам потребуется... Что нам потребуется? Так, нам потребуется вот здесь... Так, сейчас мы сразу это сделаем. Поставить стену с конвейерным... С конвейерным входом. После чего... Иначе просто ровно не будет. Так, это что-то не то. О! Не-не-не-не, вот с этой стороны. Вот с этой. Твою мать! О, вот с этой стороны, отлично. Не, не туда ты выходишь, дружище. Не туда ты выходишь. Так, нам надо тебя ровненько вытащить вот сюда. Сейчас мы давайте посмотрим, ровненько ли вытащилось. Опять не ровненько. Да, криворучка Евгений просто. Как можно так постоянно лажать? Так, хорошо, вот мы ее сюда вытащим. Есть такое дело. Теперь нам надо взять, собственно, да, такой вот конвейерный лифт. И отправить его туда. Это будет наша новая цель-мишенька. Целька-мишенька. Так, теперь надо замкнуть вот эту часть. Так, надо замкнуть эту часть и довести ее до него. Так, ну давайте доведем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам, так. Ну, не знаю, насколько это... Насколько это хорошо, насколько это правильно. Так, давайте как-то так доведем, потом посмотрим. Так, где я? Я вот здесь. Отлично. Значит, берем и теперь вот эту штуку доводим туда же примерно куда-то.
Так, ну нормально. Так, эта фигня у нас довелась. Кстати говоря, там надо с другой стороны такую же зеркальную сделать. Что-то я не подумал, сейчас подумаю. Так, разворачиваем ее в ту сторону и настилаем еще кусочек сверху. Так, кусочек сверху настила у нас готов. Да, что-то я затупил. Здесь же надо было сделать так же. Но здесь она находится не совсем по центру. То есть мне надо либо двухуровневый, либо трехуровневый. Чтобы было ровно. Наверное, скорее всего, даже трех. Да? Да, трех. Трех. Ну, трех так трех, господи. Дело в ткучках. Так. Здесь я тоже почти угадал. Так, значит, это у нас доходит сюда. Эти у нас две. Доходит туда. Да, дальше у нас продолжается вот эта вот штука. Так, хорошо. И сюда, соответственно, мы ее ставим. Или не ставим. Вот сюда ставим. Так, отлично. Теперь вопрос, как мне декорировать вот этот конвейерный лифт, который у нас уходит наверх. Как его декорировать? И самое главное, нужно ли это делать? Потому что я пока, честно говоря, не уверен в этом. Ладно, сейчас сохранится, и мы потом посмотрим. Так, и мы потом посмотрим, и мы потом посмотрим. Так, однозначно вот это говно надо отсюда убирать. Так, однозначно это говно надо убирать. Да и, собственно, вот это как бы тоже. Так, потому что это уже не соответствует высокому званию строителей в Satisfactory. Теперь нам надо тащиться вот туда, и там, наверное, пока будет все. Сейчас посмотрим. Где-то вот примерно вот так надо сделать. Где-то примерно так, или, может быть, чуточку подальше. Чуточку подальше все-таки. Чуточку подальше все-таки. Ну, буквально, не знаю. На, ну, как-то вот так, например. Эй! Так, и вот сюда мне надо будет запихнуться. Вот так, да? Да, и здесь, судя по всему, опять надо будет ставить такую же трехпозиционную дребедень, да. Такую же трехпозиционку, так. И тащим теперь вот это говнище сюда. И вот это говнище. Так, по-моему, что-то криво, нет? Не, не криво. Нет, не криво. Так, ну теперь сейчас будет цирк с конями. Сейчас будет цирк с конями, потому что я хрен попаду, естественно. Так, мы ее закругляем и... Вот почему он, блин, не магнитится на ту фигню? Ну вот так же вроде ровно, нет? Или все-таки вот так? Или вот так? Вот так давайте попробуем сделать. Да. В этот раз я попал. Ну хорошо. В этот раз я попал. С этим все хорошо. Что делать дальше? Не знаю. Вести ее до конца, наверное, смысла-то особого нет. Потому что вот здесь, скорее всего... Простите, внизу будет находиться еще станция. Хотя, может, не будет. Может будет, может не будет. Я не знаю, что с ней делать. Ладно, давайте мы ее для... Просто чисто для симметрии доведем до конца. Ну, потому что если не доведем, будет как-то не очень. Так, доведем ее вот так вот до конца. Потом здесь мы поставим бронированное окно. Так, поставим бронированное окно. С этой стороны... Мы тоже поставим бронированное окно, только сделать все будем с другой. С другого этого, с другого конца. Так. Ядерка там дымит, вообще все прекрасно. Так, хорошо. Это ставим сюда. Отсюда тогда запихиваем
или не запихиваем. У меня сейчас закончатся ресурсы. Я не смогу это сделать вечно. Куда-то до сюда, например, допихиваем. Да, металлических пластин у меня просто такого количества не хватит. Да и, в принципе, цемента тоже не сказать, что сильно до хрена осталось. Так, напиливаем это до конца. Бум. Вот это с декорацией я не знаю. Нужно ли это вообще декорировать? С одной стороны, наверное, да. С другой стороны, наверное, нахрена. И надо как-то это дело теперь подключить. Даже если мы его оставим в таком виде, все равно надо будет как-то подключить. Так, ну давайте пойдем посмотрим, как мы можем его подключить. И для этого мне желательно бы долететь вот до той штуки. Если я до нее не долечу, я вообще, по идее, должен. Если я не долечу, то будет жопа сейчас. Не, нормально. Хорошо, что я ее не снес. Было бы дальше, я бы не долетел. Там, кстати говоря, пауки есть. И там, помимо пауков, еще всякой живности. Так, ну главное, чтобы меня сейчас не убило. Так, а почему, кстати говоря, здесь вообще нет ресурсов? Типа, весь боксит ушел, что ли? Или он, может быть, просто не добывается больше? Он может больше не добываться? Так, что тут? Есть кто-нибудь из врагов? Я слышу, кто-то ходит, но не вижу где. Так, это ерунда, да, сюда не дойдет. Блин, здесь еще электричество. Если я там все посношу... Так, нет, тогда определенно здесь надо делать... Здесь надо определенно делать вещь. Так, вещи мы определенно сейчас будем делать, только, знаете как... Сначала надо вот это вот все убрать. Так, сначала надо вот это все убрать... Вот это вот, наверное, тоже надо будет убрать. А вот насчет этого я не уверен. Он, скорее всего, сюда, наверное, не дотянется. То есть, если я захочу сделать как-то, не знаю, там, например, ровно, то, скорее всего, дотянуть сюда ленту я потом, ну, кстати говоря, почти смогу. Чуть-чуть не хватает. Так, ну ладно, давайте тогда поставим фундамент. Ну, насколько ровно получится поставить, настолько поставим. Ну, как-то так. Ага, да не, нормально, кстати, он поставился. Прям вообще ровно поставился фундамент. Хорошо. Так. Если фундамент поставился ровно и хорошо, нам надо будет... Знаете, что сделать? Нам надо будет... Так, протащить, во-первых, его до сюда. Так, протащить его, во-первых, до сюда. Следующий мы уже поставить не сможем. Так, потом мне надо будет протянуть здесь электричество, я так думаю. Потому что электрика мне будет нужна внизу. А какой у нас нормальный, оптимальный способ протащить сюда электрику? Правильно, можно просто тупо взять и поднять сюда какой-нибудь... Так, какой у нас красивый? Вот это у нас красивое стекло. Я отсюда не достану? Не, достаю, нормально. Так, вот мы берем и дотягиваем до сюда красивое стекло. Так, дотянули. Дотянули до сюда красивое стекло. Над этим. Да зачем ты мне все это рассказываешь? Так, над этим мы можем там поставить такую фигню. Так, как тебя убрать-то? Зачем мне Яндекс постоянно выводит эти штуки, несмотря на то, что я ему попросил этого не делать? Вообще, вопрос открытый, конечно. Так, ну это с одной стороны. Со стороны, с той, с которой мы будем смотреть. Так, здесь у нас дальше пойдет... Сейчас давайте подумаем. Здесь у нас дальше пойдет такая вот штука. Так, здесь у нас дальше пойдет такая штука, которая, ну, там дальше уже где-то в атмосферу будет включаться. Тут уже
мы особо заморачиваться с прокладкой, я думаю, что не будем. Так вот она отсюда выходит, а там дальше уже, ну, как получится, так и идет. Так, здесь тепереча. Я, наверное, хочу даже такие же... Хотя нет, такие же окна не хочу брать. Они не такие брутальные. Вот эти окна прям вообще огонь. Так, мы-то дотянем сейчас туда окошечко. Такое же дотянем окошечко с другой стороны. Так, их немножко не хватает, да? Ну да, их чуть-чуть не хватает, поэтому надо еще дотянуть будет сверху такую же ерунду. Так, ну, железо практически закончилось. Я боюсь, что мне его вообще не хватит ни на что. Мне осталось 36. И, скорее всего, да, не хватит его полностью. Так, ладно, давайте тогда мы протащим отсюда. Знаете, где мы? Вот так вот поверху потащим. Так, вот эту вот ерунду сейчас зацепим. Таким образом, мы решим вопрос еще и на будущее заодно. Так, сейчас протащим отсюда. Потому что... В дальнейшем, когда я вон там все запотрошу, мне надо будет, чтобы здесь электричество совпадало. Так, есть такое дело? Да, есть такое дело. И останется его спустить вниз, но на то, чтобы спустить его вниз, у меня уже нет ресурсов. Мне для этого нужны металлические пластины, чтобы спустить его вниз. Хотя, ну погодите-ка. Такое ощущение, что я вообще могу его просто вниз запихнуть вот отсюда и все. А, ну это ладно, это значит я тогда смогу просто снизу до верха дотянуться, да и все. Так, и что-то я там сверху, по-моему, наставил лишнего. Сейчас пойдем посмотрим. А, я понял, что так получилось, все. Я понял, почему так получилось, я ж привязывался к разным направляющим. Да? Ну да, я, получается, привязывался к разным направляющим, у меня тогда... Не вполне корректно реализовано вот это. Блин, вот эта штука мне... Ну, желательно, она мне, конечно, вообще не нужна бы тогда. Вот тогда мне надо переложить вот отсюда пол. И тогда эта фигня у меня будет в воздухе висеть. Так, ну-ка, стоять. Ну да, она получилась не этот самый. Да, я не к тому. Я привязался-то к полу, а пол я ставил... Да, пол-то я ставил на обум, поэтому такая фигня получилась. Так, давайте мы тогда переложим отсюда. Я могу отсюда сделать или не могу? По идее, я должен мочь отсюда сделать вещи. Так, сейчас мы попробуем отсюда сделать... Да, я же могу так сделать? Ну-ка. Где-то там есть... Да, вот так я могу сделать. Вот, теперь будет нормально. Только куда-то исчезла моя дребедень отсюда. Так, ну да, как-то так, наверное. Тогда вот эту вот ерунду надо будет разобрать. Так, вот эту ерунду надо будет разобрать. И вот эту ерунду надо будет разобрать. Так, сейчас нам надо будет это доделать, пока я помню, что я хотел доделать. Так, ты иди, а, в принципе, иди куда-нибудь до конца, даже до самого. Так, во, идет до самого конца. Так, ты у нас... У нас тут даже не улучшенные конвейерные ленты, но, в принципе, улучшенные не нужны, но тем не менее. Сам факт. Так, здесь у нас будет вот такая вот штука. Удаляем тебя. С другой стороны... Будет такая же штука. Так, удаляем его. Отсюда у нас тогда пойдет наше любимое окно. Хм. Вообще оно, конечно, тогда криво идет. Оно немножечко у нас будет утопать тогда в фундаменте. Но фундамент мы тоже можем переложить.
Фундамент мы тоже можем переложить. Так, мы можем тогда просто сейчас для начала сделать вот такую хрень до конца. Так, под ней тогда мы можем сделать... Сейчас мы все тут отравняем по линеечке. По линеечке с нижним уровнем. И тогда все будет вообще огонь. Так. Эту штуку мы тоже запихиваем туда. Тогда мы можем удалить вот эти блоки фундамента за ненадобностью. И сделать здесь фундамент, можем даже стеклянный, тот, какой он должен быть. Или не можем. Нет, подожди, я должен мочь поставить сюда фундамент. Так, не, с установкой фундамента у нас возникли некоторые проблемы. Мне тогда его желательно надо будет... Так, ну-ка. Вот так, по идее, я, наверное, смогу поставить. Да, вот так смогу. Вот, так. Тебя мы удаляем, ты там здесь не нужен. Совершенно. Так, ты нам совершенно здесь не нужен. Эту ерунду мы тогда выкидываем. Так, другой объект мешает постройке вот до сюда. И с другой стороны тогда смело выкидываем вот эту вот штуку. Тоже туда. Оба! Вот теперь норм. И пусть она, кстати говоря, вот так вот идет. Мне вообще нравится. Отлично, даже ничего не надо делать. Немножечко не хватает мне ресурсов для того, чтобы здесь все завершить. И не хватает мне, наверное, по электрике тоже. Сейчас я сюда затяну электрику. А все остальное мы тогда доделаем уже в следующей серии. Ну, главное, что станции у нас готовы. Поезда у нас перенастроены. Потоки у нас есть. Теперь надо разобраться с электричеством. Мы его зацепим просто от станции. Тогда все эти столбы, которые были раньше установлены, нам не нужны. Будут вообще. Мы от этих всех столбов можем смело избавиться. Нахрен они нам не впились. Так, сколько у меня осталось? 27. Кстати говоря, может, мне и хватит. Да, слушайте, мне прям хватило тютелька в тютельку. Так. Домик для конвейера у нас теперь готов. Ну и осталось дело за малым. Надо взять отсюда хрень. Тащить ее вот сюда. Отсюда теперь перетащить ее вот сюда, чтобы ее можно было вниз запихнуть. Удалить вот это вот говно. Потому что оно теперь здесь не надо. Ну и все. И на этом тогда мы можем серию заканчивать. Немножко мне не хватает ресурсов для завершения вот этой постройки. Ну и хрен с ним, ладно. Тут и без нее, в общем-то, нормально получилось. Так, потом нам надо будет вон то все демонтировать. Да, будет нормальная штука смотреться. По крайней мере, вблизи будет круто смотреться, издалека не знаю. Мы еще по бокам сделаем либо сплошную, либо вот такую же. Наверное, сплошную, скорее всего, я буду делать. Хотя фиг его... Не, наверное, сплошную. Слишком много таких стекол в одном месте, будет не очень красиво. Да. Определенно. Определенно так мы и будем делать. Отсюда сейчас завернем. Так, вот отсюда завернем. А вот эту ерунду я так завернуть не смогу, но мы знаем способ прекрасный, как это можно сделать. Вот таким вот блоком. Чтобы он нас не парил. Все. Останется возвести... О! Останется возвести вот такую вот хреновню потом. Так, это мы удаляем. Ну что ж, есть такая буква в этом слове. Есть у нас две полноценные новые станции. Надо будет еще доделать декор. Но это мы тоже доделаем. Надо будет доставить металлоконструкции. И под металлоконструкции тогда устанавливать вот эти вот штуки. И будет огнище, ребята. Огнище будет, но это не точно. Может быть, будет огнище, может, не будет огнище. Короче, как-то вот примерно вот так. Спасибо, ребята, за внимание. В следующей серии продолжим.